левобережной части Ульяновска завершились гидравлические испытания. Проверены сети нового города, промышленной зоны и верхней террасы. Об этом доложили губернатору Сергею Морозову во время посещения Ульяновской ТЭЦ-2. За время испытаний выявили 19 нарушений. Большую часть уже устранили. В принципе, по новому городу никаких опасений нет. Мы по новому городу от ТЭЦ-2 у нас устранение повреждений. Здесь есть локальных, мы уберем. У нас единственное большое повреждение вот на Волгоградской. Там много строительных работ будет связано с заменой неподвижных опор, то есть бетонные, разворотил неподвижную опору, и замена компенсирующих устройств. В среднем гидравлические испытания длятся 14 календарных дней. В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции глава региона поручил провести работы в сжатые сроки. Энергетики справились за 9 дней. Подача горячей воды в дома жителей нового города возобновится 28 мая. 29-го вода начнет поступать в дома верхней террасы. Соответственно, все городские системы обеспечения горячей водой к этой дате должны быть, безусловно, готовы. То же самое касается работы и готовности всех управляющих компаний города Ульяновска. Вместе с гидравлическими испытаниями на ТЭЦ-2 началась масштабная ремонтная кампания. Главный этап – реконструкция турбины мощностью 175 мегаватт, которая работает круглогодично. Соответственно, это 185-я турбина, которая работает практически круглый год. Ротор низкого давления отправлен на Уральский турбинный завод для модернизации. И, соответственно, график ремонта 77 календарных дней. К 10 августа турбина должна быть готова. При этом на наличие горячей воды это не отразится. До августа на предприятии будет использоваться резервное оборудование. Также в рамках подготовки к отопительному сезону на теплоэлектроцентрале обследуют дымовую трубу, отремонтируют третий генератор и проведут техническое перевооружение водогрейного котла. В целом, по информации Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды, гидравлические испытания проводятся в 17 районах области. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.